Аллилуйя. А я приглашаю на сцену заслуженного артиста России и финалиста конкурса «Один в один» Яна Осина. Знаете, после того, как Алла спела песню «Мой милый, если бы не было войны», я буквально вчера решил чаю попить, включаю телевизор, на канале «Звезда идет», фильм «Приказ огонь не открывать». Смотрите, какая вот символика. А с песней, которую я хотел бы для вас песни, тоже связано очень много историй. Я сам родом из города Пскова, где базируется 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Естественно, каждый второй житель города — это десантник. Я помню, однажды Борис Сергеевич Галкин приезжал в Псков выступить в концерте моем. Я его провожаю на вокзале, бежит десантник с такими двумя огромными баулами, уже там все свистят, паровоз направляется. И он видит его, говорит: «Вы Борис Галкин!» Бросает этот баул, бежит его обнимать, раза в три больше, чем Борис Сергеевич. И мужик говорит: «Мужчина, бегите!» «Да ничего, я увидел человека, который меня в десант привел». Фильм «В зоне особого внимания», я думаю, для многих мальчишек в те годы сыграл важную роль. Это был наш русский ответ Рэмбо. Ну и, конечно же, песни из этого фильма лишь недавно учились мы в классе 10. Мы поймут адресаты по этим листам, как тепло и сердце.